Всем привет! Сегодняшнее видео о замене генератора на Шкоде Октавия. Первоначально вытягиваем масляный щит и снимаем защитный кожух. Резким рывком на себя он легко снимается. Щуп можно установить обратно на свое место. Дальше снимаем пыльник с клеммы генератора. Находится вот здесь, просто подковыриваем его отверточкой, и он легко снимается. После этого откручиваем ключиком гаечку, чтобы освободить провод, подающийся напрямую из аккумулятора. Дальше нам нужно ослабить натяжитель ремня. Мы можем полностью не скидывать весь ремень, но сбросить его с генератора нам нужно. Берем ключик на 16 и натягиваем. Для того, чтобы зафиксировать ее, берем просто шпильку и вставляем ее для фиксации натяжного приспособления. Дальше с помощью отвертки освобождаем генератор, поддев с небольшим усилием. После этого откручиваем фиксатор провода, который прикреплен к генератору. После этого откручиваем болт, на котором зафиксирован сам генератор. Далее мы сверяем, чтобы два генератора были идентичны, чтобы у них были одинаковые клеммники, бывают нюансы, и перекидываем со старого генератора медную пластину, так как на новом ее нету. Сверяем по штрих-коду, чтобы это был тот генератор, который именно подходит по мощности для Шкоды Октавии. Засовываем его назад, прикрепляем провод, закручиваем крепеж для того, чтобы это было удобнее до установки направляющей. Дальше смотрим, чтобы направляющая совпала. Вставляем в нее наш болт и закручиваем. После того, как попали на резьбу, легко это сделать с помощью ключа с трещоткой. В принципе, как бы не сильно большим усилием, но мы подтягиваем, кажется, до максимального, максимально зажимаем его на резьбе. После этого ключом на 16 нам нужно освободить натяжитель и вытянуть шпильку для того, чтобы натянуть ремень генератора. После этого вставляем и защелкиваем фишки в сам генератор. И прикручиваем плюсовой основной провод, как бы с надежным зажатием, чтобы был очень хороший контакт. После этого нам осталось установить защитный кожух. Предварительно вытяв щуп, завести машину, убедиться, что генератор работает, и тем самым закончить наш ремонт со Шкодой Октавия. Если видео вам было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео, и до новых встреч. Всем пока!